Ну что, нам реально долететь, Вась? Да, я уже долетел прямо. А в пещере вроде. Тоже с Пандарией, Вась. Че с Пандарией? Моб. Прибежал, думаешь, сюда вы? Близы сказали, что модельки пропадают. Следовать Тератгарское поморье. Мастеромарское поморье. Да, мне тоже дали. Вася, я еще лечу, Вася. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Просто пролетел. Вася, подхиливай, подхиливай, не осилим. Вейл у меня есть. Давай. Смотри. Больно сейчас будет. А, нет, другой. Пандария, он тоже, помню, ваншотал таким ударом. О, да, да, да. Вася, ничего не упал. Вася, назад ты как? Назад нам на лётке не получится. Ух, Вась, кожаные перчаточки продают, 350-е, боешечка. За сколько? Крит скорость. Что я напишу, спрошу. За 120. Вась, короче, давай так скажи, меняемся, короче, на оружие, и за сотку тебе продаю перчатки назад. То есть если перчатки 120, то оружие точно должно быть больше, да? Любому. Не, ну у нас тут цены ломят, конечно. Да поверь. Хотя у вас рейдище гильдии больше. Угу. Кто как бы за прогрессом гонится. Не, я точно даже за, в принципе, 120. Не так и много.